Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И мы продолжаем делать, угадайте, с трех раз игрушки. Я обожаю игрушки. И я заметил, что я пропустил целый пласт игрушек, который называется кинематические. Я поясню, что это такое. То есть создается система шестерен или каких-нибудь проволочек там. И если мы приводим движение одно, скажем, вот это колесико, да, то наша фигурка начинает действовать вместе, взаимодействовать. Но этот принцип еще был известен на Древней Руси, когда, вот помните, да, там медведь с крестьянином стучали молотками. Довольно-таки известна такая игрушка, но мне хотелось бы что-то вот типа с такого начать. Вот именно с этого. Здесь довольно подробно, она несложная. И в дальнейшем, не знаю, как будут складываться эти все мои желания, то мы сможем потом, допустим, я попробую это еще и анимировать. Ну а пока вот мы сохраним эту. Да, вот тут у меня уже одна есть такая. И будем с вами приступать к этой работе. Но сначала, наверное, мы создадим мышь, а под нее все остальное будем подстраивать. Она довольно-таки простенькая, как вы видите, да? Так, давайте мы ее сделаем. Там на заднем фоне собак дуреет, не обращать внимания. Так, начнем мы с мордочки. Для этого нам потребуется меш. Цилиндр, да? Цилиндр, радиус. Этот мы немножечко расширим. Так. И повернем его по оси X. X. Rotation 90 градусов. Есть. Поднимаем наверх. Наверх, я сказал. Да и палки. Что ж такое-то? Наверх. G. Вот так. Пример, да? Я не знаю. А дальше мы можем с вами поступить следующим образом. Мы возьмем тоже вот это, перейдем в Edit Mode. И выделим вот эту штуку, да? И немножко ее выдвинем. S, так, вернее, E. Вот сюда. Так. Фигурки эти будут примитивные, ясно дело. Поэтому не обессудьте. Так, ну-ка я сейчас попробую. Здесь три, да? Сколько у меня здесь этих? Интересно, я не заметил. 32. Давайте теперь сделаем еще один. E. Shift A. Возьмем теперь, чтобы она не прилипала сразу. Давайте мы сделаем так. Мы возьмем пермыш и возьмем цилиндр. В нем тоже 32. Уменьшаем его по оси. Допустим, да, и вообще это слишком большое ухо будет. Такое будет достаточно. Разворачиваем по оси X тоже на 90. Так, тянем наверх. Z. Смотрим сбоку. И тянем туда, куда нам нужно. По X. Вот сюда. И по Z наверх еще. Так примерно.
Так, ну еще надо было здесь еще. Ну, это мы сделаем вот тут. Сверху посмотрим. G, Y, вот сюда. Так. Ну, тут два пути. Или мы их просто стыкуем, или делаем вот так. Я думаю, самое простое это будет состыковать все-таки. Чтобы не усложнять себе жизнь, мы его просто состыкуем вот сюда. Вот так. Так, хорошо. Ну и добавок. Сейчас мы еще сделаем одну вещь. Мы пойдем. Это уменьшим это дело. Сверняем и выделим на верхний немножко вперед G, а лучше E, вот так. Ну, так я сделаю потом ее розовой, да и все. Так, если нам это понравилось, мы можем спокойно сказать, что объект set origin, то это курсор, убираем все ненужные нам трансформации и говорим, что нам нужен mirror. Так, он по X сделался замечательно, но почему он не совпал, будем разбираться, это важно, потому что у нас вот этот не до конца стоит по центру, поэтому G. Вот так. А эти S. Готово. Интересно получится, если захочу. Вот это, допустим. Вот это чуть опустить нос. Посмотрим сбоку. Так, вниз ее. GPZ. Вот так. Да? Так будет лучше. И поставим сюда кругляшочек. Но. Пока отдельно. Пока все делаем отдельно, ребят. Соединить всегда мы сумеем. Так. Поднимаем наверх, уменьшаем, выдвигаем по Y, опускаем, ну, еще раз уменьшаем, слишком большую, так, и по Z чуть опускаем вниз, я думаю, что так вот будет достаточно. Хорошая штука. А далее мы с вами посмотрим, как оно выглядит там. Вот так, да, то есть у меня есть типа костюмчика. Не знаю, нам надо такое делать. Ну, давайте сделаем. Вот он тут мозг машина разбирает, как его делать. И ручки, и там, и все такое. Ну, тут много таких картонных вот, поделок. Мы с вами сделаем типа деревянно. Поэтому делаем так. Я предлагаю взять цилиндрик. Цилиндр, вот, вытянуть его, посмотреть по сравнению, может быть чуть потолще,
так сделать. Отлично. И далее, хотя надо круглое нам делать. Нам удобнее делать все-таки квадрат. Поэтому куб. Вытягиваем эспозиту. Общий делаем чуть поменьше S. Потом я смотрю, вот это у нас все куда-то ушло немножко, на мой взгляд, не туда. Вот сюда давайте мы его подвинем. Вот так вот. Угу. Так, да, вот так лучше нам будет. И мы с вами сделаем следующее. Мы соединим сначала. Шею нам надо. Ну, шея — это цилиндр, это понятно. Наверх, вот, товарищи. Все по местам. Ну, цилиндр, да? И чуть-чуть сдвигаем его по Y. Так вот. Угу. Эту штуку делим. Ctrl-R. Будучи одиночку, которую мы можем всегда двигать. Так, вот сюда подвинем. Ctrl-R вот сюда. И здесь мы с вами сможем тогда немножечко это дело Ctrl-B. Так. Это тоже Ctrl-B. Нет. Ctrl-B. Немного такую грубоватую форму делаем. И вот этот и этот чуть соберем. Вот так. Вот такой у нас будет мышь. Вернее, это, наверное, скорее всего, это она. Я так подозреваю, что это она. Получается, она. Раз. Что теперь сделаешь? Раздвинем ей, тогда подымем чуть-чуть. G по Z. И раздвинем ее. S. Так. Она так она. Хорошо, Миша. Чуть-чуть уменьшу. Вот так. Потянем наверх. Так. А здесь возьмем с вами цилиндрики. Так. Вот так возьмем цилиндрик один. И опустим его вниз. Давайте посмотрим, как это будет сбоку. GZ. Зато немножко вот так сделаем. Так, теперь вот эту часть. Так, вот эту давайте ее уменьшим. S. А ту часть увеличим вниз. Да, вот эту увеличим.
мы увеличим S. Так вот. Мы посмотрим, как это будет выглядеть, если их будет две. G. Это вот сюда. Shift D. Это вот сюда. Хорошо выглядит. Так. И ручки. Давайте сделаем ручки. Сначала по игре чуть тоньше сделаем вот так. Да? И теперь сделаем ручки. А это нам нужен будет. Что нам нужен будет? S. Нет. Нам нужен Shift A, нам нужен простой цилиндр. Где у нас вот он цилиндр? Мы его развернем по оси X на 90 градусов. Вот так. Выведем его. Так, смотрим. Выведем его сюда и сделаем так, естественно, побольше S по Y. Ручки длинные нам нужно. Так, дальше начинаем с этим работать. Вот, вот этот Ctrl-B. Полукруглую сделаем вот так. Дальше Ctrl-R. И еще один Ctrl-R. И теперь нам надо вот это выделить и уменьшить S. Подвинуть по Y, G, Y. Вот так. Вот. И тоже ее здесь сжать. S. Вот так. Отлично. Хорошо. Сделали теперь. Кстати, чтобы не забыть, я не буду ботинки делать. Тут мы сделаем с вами Ctrl-R-чик. Ctrl-R-чик сделаем. Так, сделаем типа носочков все сделаем. И теперь вот этот. Ctrl-R-чик. Тоже вот так сюда. Так, отлично. Ну а здесь нам надо подвинуть эту ручку. А где же ручки? Где же ваши ручки? G. Так. И наверх чуть-чуть. Так-так. Угу. Ну и надо сделать еще теперь. Так, камера мешается, убрать ее. Нам надо сейчас сделать еще захват. Вот такой. Но тоже не особо, чтобы он был. Так. Mesh куб. Сюда. Потом мы это все уменьшим. Так. Подвинем. Вот сюда же. G по Y. Так. И малость приплюсим. S по Z.
но только малость. Вот так. Далее смотрим Edit Mode. Маленечко раздвигаем S по X. Так. И наверх. Так. Теперь Е. И еще раз Е. И этот тоже вниз. И уменьшаем S. Таким образом мы получили такой захватик. Ну, здесь, наверное, придется немножечко... Не-не-не. Исключено. G. По X. И R. Таким образом мы получили захват. Чудно. Всегда можем уменьшить, если захотим. Ну, а что, мы захотим, что ли? Если только S по Z, то чуть приплюснуть. Но тогда у нее выглядывают вот эти руки. Можем поправить. Вот так вот, к примеру. Смотрим сверху и говорим, что вот этот объект нам надо немножечко подвинуть. Вот так вот. Отлично. Угу. Готово. Так, мы теперь возьмем этот set origin 3D курсор и снять все ресеты. Set. Теперь mirror. То же самое с этой. Объект. Режим, курсор, трансформацию выбираем, говорим, что mirror, вот так. То есть мы вот эту игрушку сделали. Прекрасно. Если нам покажется, что у нас голова слишком большая после этого всего, то голову можем немножко уменьшить. Вот так. Хотя это мультяшная штука, она и должна быть такой. Все. Готово. Потом приступим к построению механизма. Договорились? Ну все. Останавливаем.